Здравствуйте. Почему нельзя вылететь нашим самолетом вокруг Крыма по нейтральной территории и ударить по Крымскому мосту, потом благополучно вернуться обратно тем же маршрутом? И вы такие наивные, думаете, что российская авиация не выйдет навстречу нашим самолетам и не даст им воздушный бой над Черным морем. Американцы тоже так думали, пока российские истребители в нейтральном небе не завалили американский беспилотник. И, конечно же, авиация и средства ПВО не подпустят. А вы еще не забывайте, что есть, чем ближе к Крыму, тем больше вероятность еще попасть в зону действия ПВО тех кораблей, которые Черноморской эскадры, которые сегодня либо находятся на боевом дежурстве, либо находятся в портах либо оккупированного Крыма, либо Новороссийска. Они что же? Да, они слабее, конечно, там главный защитник с неба был крейсер «Москва», почивший годовщину затопления, которого мы буквально позавчера отмечали, точнее. Вот. Но все равно у этих кораблей есть ПВО. Плюс, еще раз повторюсь, плюс авиация России, поверьте, она встретит наши самолеты сразу после того, как они поднимутся в воздух и выйдут в акваторию, в воздушное пространство над Черным морем. Так что нет, если бы этот вариант был возможен, поверьте, наши Су-24 давным-давно бы добрались до Крымского моста, бабахнули бы его и спокойно бы улетели домой. К сожалению, это сделать на сегодняшний день нельзя.